Водитель внедорожника неспешно катается по узким дворам и упорно не замечает преследующий его экипаж ДПС с включенными проблесковыми маяками. Поведение откровенно издевательское. После остановки пытавшегося сбежать возмущенного правонарушителя тактично под белые ручки инспекторы провожают к патрульному автомобилю. А чей вот автомобиль, Land Cruiser? Не знаю. Не знаете? Возможно, да. Давайте пройдем освидетельствовать на состояние опьянения. Будете проходить освидетельствование? А на каком основании? Что ж, оснований было более чем достаточно. А попытка прикинуться мирным пешеходом – стандартная отговорка многих правонарушителей. За неповиновение законным требованиям сотрудника полиции в отношении водителя был составлен материал по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений. Также в связи с тем, что имелись достаточные основания полагать, что водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения, ему было предложено пройти освидетельствование на месте. Водитель данного автомобиля от прохождения освидетельствования отказался, в связи с чем на данного водителя был составлен материал по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, прибывшие на место задержания мужчины сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в багажнике внедорожника упаковки с патронами. Пояснение по поводу находки водитель давать отказался. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.